Подготовка к предстоящему политическому событию продолжается. В нашу страну прибывают эксперты, которые будут наблюдать за всем избирательным процессом. Накануне начала свою работу миссия наблюдателей от СНГ, которую возглавит председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев. В составе миссии представители стран-участниц Содружества независимых государств, парламентов, Межпарламентской ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ, Парламентского собрания Союза России и Беларуси, государственных органов. О том, что отметил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский. Далее. Миссия по наблюдению за проведением выборов и референдумом на просторах СНГ получила в сентябре месяце приглашение от Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан принять участие по наблюдению за выборами в Законодательную палату. Принципы работы нашей миссии общеизвестны. Они заложены в Конвенции по проведению выборов и референдумов в странах СНГ. Это, прежде всего, объективность, невмешательство во внутренние дела государства, невмешательство в избирательный процесс. Мы отмечаем, что в ходе подготовки к выборам Центральная избирательная комиссия провела очень большую работу, начиная от законодательства, принят новый избирательный кодекс, проведена большая обучающаяся работа с членами участковых, окружных избирательных комиссий. Много сделано в плане обеспечения свободного волеизъявления граждан, находящихся за рубежом. И все политические партии имели равные возможности для выдвижения своих кандидатов в депутаты, чем не преминули воспользоваться.